К новостям региона. В 2018 году Воронеж отметит две юбилейные даты – столетие ВГУ и 100 лет со дня рождения комсомола. К их празднованию запланирован ряд мероприятий по благоустройству парков и скверов. Об этом шла речь на планерке в мэрии 29 января. С докладом о перспективах развития озелененных территорий общего пользования на территории Воронежа в 2018 году выступил руководитель городского управления экологии Наталья Ветер. У нас стоит вопрос по реконструкции Воронежского центрального парка, завершение работ по скверу Советский на Советской площади, литературный парк, рассматриваем сейчас благоустройство. Но это из крупных объектов, а из мелких, перечень довольно-таки емкий, там более 20 объектов. Все эти объекты входят в концепцию развития общественного пространства. Из приоритетных, на которые, по мнению ИО главы города Вадима Кстенина, стоит обратить внимание, является спортивный комплекс «Олимпик», одно из любимых мест для активного отдыха воронежцев. Надо приступить к концепции благоустройства этого общественного пространства. Необходимо учесть вопросы освещения, необходимо учесть вопросы парковок. Также необходимы дополнительные мероприятия по спортсооружениям, может быть, плоскостным, но мы будем обсуждать, и в том числе и общественное обсуждение проведем этой концепции, поскольку эта территория пользуется, одним из, наверное, самых большой популярностью у горожан. Из других первоочередных задач – реконструкция комсомольского сквера на улице Кольцовской. Эта территория расположена недалеко от бывшего кинотеатра «Луч». Комсомольский сквер благоустроят к концу октября, аккурат к столетию ВЛКСМ. В наших планах сквер комсомольский, потому что в этом году начата там масштабная работа по вырубке утраченных деревьев, это породы ясень. У нас был такой, вредитель выявлен в прошлом году. Это ускотелая златка ясеневая. Конечно, она погубила очень большое количество деревьев. В следующем году запланирована там масштабная посадка, замена утрачена. В этом году еще одним местом отдыха в Воронеже станет больше. К столетию ВГУ, которое мы отметим 15 сентября 2018 года, перед зданием главного корпуса вуза планируется обустройство нового сквера. К столетию ВГУ это университетская площадь, она будет иметь совсем другой вид, в отличие от того, что мы имеем сегодня. Территория будет полностью реконструирована. Данная территория сейчас вносится в перечень озелененных территорий общего пользования. Будет рассмотрена на Координационном совете по сохранению зеленого фонда города Воронежа. В данном направлении тоже работы ведутся. Я думаю, что ориентировочно к сентябрю месяцу мы должны будем их завершить. В центре обсуждения представители исполнительной власти стали и погодные условия. В связи с прогнозируемым снегопадом и перепадами температуры Вадим Кстенин призвал руководителей управ держать руку на пульсе. Будет переход через ноль, возможно, даже неоднократный. Поэтому мы понимаем, что улично-дорожная сеть и тротуарная сеть должна быть вся обработана противогололедными материалами, причем усиленно, особенно мосты, путепроводы, спуски, подъемы. По словам градоначальника, вся улично-дорожная сеть должна быть готова к любым погодным сюрпризам. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.